Итак, только сегодня главное предложение дня от бренда Парафарм, у которого 455 патентов. Это медали, это награды президента Российской Федерации, это награды за помощь детям Донбасса, исследования, разработки, в которых принимает участие 130 научных экспертов. Российский бренд, который известен в 77 странах мира. И я с гордостью представляю Остеомед Форта от бренда Парафарм, который входит в список 100 лучших изобретений России. Дорогие любимые, сейчас летний сезон, вам предстоит двойная нагрузка, неважно, дача это или улица, истончаются с возрастом кости, за которыми стоят риски переломов и осложнения суставов, заболевания хрящей. Позвольте себе двигаться без боли и с легкостью, и лето будет прекрасным праздником. Только сегодня грант-объем 2 упаковки по 120 таблеток вы получаете по цене 1799 рублей. Невероятный препарат, основанный только на натуральных продуктах. А самое главное, я сразу скажу, что сегодня любых 2 двойных курса вы получаете курс солодки в подарок. Ну а что же такое Остеомед? Что это за препарат, который любят все, который выпирает и который рекомендует всем, сегодня расскажет генеральный директор бренда Парафарм Елистратов Дмитрий Геннадьевич. Здравствуйте. Здравствуйте, Геннадьевич. Да. Остеомед Форте – это 50-летний труд наших врачей. Особенно нашего уважаемого доктора медицинских наук, профессора, первого основателя центра остеопороза в Поволжье Струкова Вилория Ивановича, который исследовал более 10 тысяч пациентов. И вот его многолетний, 50-летний труд привел к феноменальному мировому открытию, к созданию Остеомеда Форте. Он впервые ответил на те вопросы, которые мучили многих врачей и пациентов, но которые не знали, почему, допустим, артроз развивается одновременно с этим... Артроз развивается одновременно с остеопорозом, когда, говорят, кальция не хватает в пище. Почему артриты – это заболевания, которые болят кости, когда вот ухудшается вообще состояние человека, ну, крайне тяжело это переносит. И одно из заболеваний, которое приводит к смертности, инвалидизации, они лечатся только от одной ремиссии до другой. Почему это зубы выпадают у пациентов? Почему зубы кровоточат? И это вот он наконец-то это объяснил. Почему это происходит? Что сделал, обнаружил профессор Струков? Он обнаружил, что костная ткань, вот это многие врачи не знают до сих пор. И мы вот сейчас вынуждены ездить на все разные конгрессы. Кстати, вот будет конгресс, вот у нас 23-го это июня в Казани, большой травматологический конгресс, где будет как раз тоже рассказан про действие Остеомеда Форте. Вот, обнаруживаются вот эти дырки по типу кариесных. Вот, гиперминерализация. Вроде состояние костной ткани хорошее, а вот она, дырочка в костной ткани, по которой вот так вот может произойти перелом. Вот дырочка, вот вообще махровые дырки, смотрите, вот они. То есть это кариес костей, здесь отсутствуют клетки костей, отсутствует кровеносная система. Вот эти снимки, дырки видят травматологи, но они, к сожалению, не придают им внимания. Почему? Потому что перелом уже произошел. Вот они, рентгеновские снимки, вот они, вот эти дырочки на рентгеновских снимках. Вот это отложение кальция. Люди годами едят препараты кальция, витамином D3, и у них вот уже, я говорю, ботинки не могут одеть, то есть на 3 размера носят больше. Почему? Вот отложение солей идет, и вот эти же дырочки идут в костной ткани. Вот они видны так вот позвоночник у пожилого пациента, то есть возраст где-то иногда вот, ну, приходят женщины, а у них этот, одежду они вынуждены перешивать, они даже не понимают, что у них идет разрушение костной ткани. Он говорит, а что-то у меня одежда стала великовата, то есть на 2 сантиметра уже, говорит, вот надо уменьшить, вот. И вот эти дырки, вот посмотрите, вот они, вот рыбьи позвонки, они должны быть вот такими ровненькими, они вот так вот прогибаются. Почему? Потому что вот идет разрушение этих позвонков. И вот это, Белгородский медицинский институт посмотрел, а что содержится в этих полостных образованиях. А вот мы и говорим, черная дыра, нет ничего, нет ни клеток кости, ни кровеносной системы. Соответственно, как может быть крепость вот этой костной ткани? Вот она, и перелом идет вот так вот. Понимаете, вот в чем вопрос. Но, Дмитрий Геннадьевич, а как действует остеомед? Да, и остеомед что делает? Вот впервые в мире была обнаружена способность рождать новые клетки костной ткани.
И вот с помощью остеомеда форте впервые в мире было применено такое вещество, как трутневый расплод, то есть это мужские особи пчел, которые являются донаторами энтомологического тестостерона, из которого организм человека сам строит свой собственный тестостерон, и запускается процесс омоложения. То есть мы нашли, по сути своей, молодильное яблоко. Понимаете как? Да. Феноменальное действие. То есть остеомед, он восстанавливает костную ткань и мышечную ткань, чего нету ни одного остеопротектора в мире. Понимаете, мы обеспечиваем движение, то есть, потому что для старых пациентов очень важно не сломаться, и мы обеспечиваем хорошо подниматься ноги. Конечно. Мои дорогие, действительно, препарат, который входит в 100 лучших изобретений нашей страны, он очень пользуется популярностью. У нас только за последний месяц было распродано более 13,5 тысяч таких наборов остеомед форте. Я сегодня напоминаю, любых два двойных набора и солодка курс подарок. У нас отзывы. Парафарм любят, Парафарм знает за свою натуральность. Ольга Егоровна, 72 года, Челябинск. Отличный препарат. Зимой я сломала руку, она заживала всего полтора месяца. В моем возрасте такое большая редкость. Давно беру у вас эту марку, и мне очень нравится. И я хочу сказать, Дмитрий Геннадьевич, у нас телезрительница звонила, у которого супруга была сломана шейка бедра. Он не восстанавливался несколько лет, принимая остеомед форте 3,5 месяца. Она говорит, он стал на специальные костылики и потихоньку стал расхаживаться. Он до этого без остеомед форте, он даже с кровати не мог встать. То есть как воздействует действительно остеомед на заживление? Да, нам очень много звонят пациентов. Благодарят с большой благодарностью. Вот у нас это звонки принимает заслуженный врач СССР, еще Трифон Вячеслав Николаевич. Вот. И он этот, вот, ну, прям с какой гордостью он говорит о том, что вот пациенты благодарят. Очень много женщин благодарят за то, что они стали себя обслуживать, что они, у них появились силы дойти до туалета самостоятельно, дойти до кухни и приготовить себе еду. Вы представляете, как благодарят родственники, которые просто... Ну, говорят спасибо за то, что их освободили от сиделки. Понимаете как? Вот это колоссальный результат, и это все дает остеомед. Дмитрий Геннадьевич, подскажите, сколько нужно принимать? Как правильно? Остеомед принимается, ну, вот я говорю, чтобы отойти от края могилы, нужно принимать хотя бы один месяц. А так, по логике вещей, ну, 9 месяцев для того, чтобы восстановить костную ткань и не бояться упасть. Вот это главное его достоинство. Потому что нету ни одного препарата, который так действует. И самое главное, что это только натуральный состав на базе специализированных клиник, медицинских центров, который был создан для вас. Остеомед форте, грант объем по 120 таблеток, сразу две упаковки. И я напоминаю, сегодня уникальная цена только одного дня, 1799 рублей. Не забывайте, два любых набора, и мы дарим вам курс солодки в подарок. Будьте здоровы!